Всем привет! Вы находитесь на канале Татарский кордон. На календаре 14 октября, раннее утро. Запланировали выезд на Татарский кордон с целью поохотиться на боровую дичь, насладиться природой и расслабиться. В общем, смотрите наш новый выпуск на канале «Сутки на кордоне». Всем приятного просмотра, еще увидимся. Всем привет! Начинаем сборку. Вообще немного, едем вдвоем. Грузимся наперед, на багажник. И сзади у нас есть три герметичных бокса. Какой? Все, больше подумал, нет, что ли? Нет. Два пакета белых было. Остановились на пикник. Кедрач растет. Красота. Пикничок большой. Вот за что я люблю природу. Собираем шиповник на чай. Курица, да? Нет. Ягодку сорвал. Производим посадку саженцев. Приехали на место, обживаемся. Баню пригнали сюда. Несу веничек для бани. Ручка целая. Печку переварили. Она теперь стала больше в два раза. Красота!
First blood. Terrorist win. Выехали на озеро. Надо набрать воду в баню, воду в избушку. Это наш стол для разделки рыбы. Тут там что-то рылся. Само озеро. Пирс. Раньше там вот охотились, давно уже там не ходили туда. Утка летает. Тишина. Грибина, да? Груза-то взял? Натягиваем. Натягиваем, растягиваем. Давай, газуй. Газуй. Ставим листья, готовимся к баньке. Мангальчик, курочку. А вот сулёнчик варится. А вон банька топится. Шашлычок, коньячок, шулюмчик варится, чаечек. Ух. Банька разошлась. Пойдем проверим. Кумар-то какой, а? Шашлычок зажаривается. Шулюмчик готовится. Банька на подходе. Темнеет уже, 6 час. Вкуснее будет. Натопил, я в шоке. Время 7 час. На улице уже ничего не видно. А мы будем париться в бане. Уши сворачиваться невозможно. Очень эффективно получилось. Честно говоря, мы не терпим здесь, то, что мы здесь находимся. Дополна мы здесь не топим. Все.
собираемся домой, грузимся.